Привет! Давай уже наконец-то разберемся с диапазонами адаптива. Это видеозаметка в первую очередь для заказчиков, которые не до конца понимают всю эту тему с адаптивами, планшетами, смартфонами и довольно часто задают одни и те же вопросы. А так можно будет в следующий раз просто дать ссылочку на этот ролик, и за 5 минут они получат все ответы. Раньше все было очень просто. У сайта была отдельная мобильная версия, расположенная, как правило, на поддомене. И с подготовкой дизайна вопросов никаких не было. Стандартный смартфон – это файл шириной 320 пикселей. 480 – так выглядит макет, если мы наклоняем этот смартфон. И у планшетов такая же ситуация. 640 пикселей – это вертикальная ориентация, а 768, если мы планшет в руках держим, горизонтально. Основная версия сайта для компов начиналась с ширины 1024 пикселя. Следующее разрешение было 1280, затем 1366, 1680 и так доходило до 1920. У мобильной версии были как плюсы, так и минусы. Чего стоят только эти вытянутые на всю ширину, как сосиски, адские кнопки. Сейчас нет смысла останавливаться на этом подробно, ведь прогресс не стоит на месте, и мобильная версия попросту устарела, как и многое другое в нашей жизни. Нет, но пользоваться этими вещами, конечно же, можно. Но только зачем себя мучить, верно? Вот так на смену мобильной версии и пришел тот самый адаптив. И на первых порах с ним было все достаточно очевидно. Сначала делается основной макет страницы для компов, а затем делаются дизайны для планшетов и смартфонов. Но нужно различать ширину файла и ширину контента. Они совпадают только у сайтов фуллскринов. Это когда сайт занимает всю ширину монитора. Такой вариант хорошо подходит для всякого рода галерей, ну, например, поиск картинок в Гугле, или для админок. А обычные смертные новостные порталы, интернет-магазины, корпоративные сайты, как правило, делаются с фиксированной шириной контента. И раньше такой шириной было разрешение 1024 пикселя. Я еще привык сразу отнимать ширину бокового скролла в браузере, поэтому все макеты я делал шириной 1000. За все время еще ни один верстальщик помидорами за эти откушенные 24 пикселя не закидал. Так вот, сначала делали файл шириной контента 1000, а затем делали макеты шириной 640 и 768 пикселей для планшетов и 320-480 для смартфонов. Но со временем в очередной раз все карты спутал товарищ прогресс. Придумали широченные мониторы, большие планшеты. Теперь 1000 это уже не минимальный экран компа, а обычный такой планшет. И началось. Девайсы стали плодиться как кролики, и все бы ничего, но ведь разрешения у них стали разные. Некоторые смартфоны стали больше, чем прошлогодние планшеты. Не физически, а по разрешению. А некоторые планшеты больше, чем ноутбуки. В общем, все стало как-то непонятненько, но мы сейчас разберемся. Вместо планшета шириной 768 пикселей нужно было делать макет шириной 1000, а минимальным фиксированным контентом для компов стало разрешение 1280. Грубо говоря, мониторы шириной 1024 пикселя попросту вымерли, и их место заняли планшеты. Поэтому, если заказчик сам не попросит сделать контент сайта пошире, основным файлом для дизайна стал макет шириной 1280. Возможно, через какое-то время от него тоже откажемся в пользу следующего разрешения, но вот пока так. А для адаптива обязательный файл ширина 320. Можно сказать, что это начало координат, от которой пляшут все верстальщики. К тому же до сих пор на многих девайсах показывается макет именно такой ширины. Третьим файлом стал макет шириной 480. Довольно часто на этом разрешении происходит перестроение блоков в дизайне. А четвертым стала та самая 1000. Так как теперь это планшеты, то на них появляется мобильное меню, так называемый гамбургер. Ну вот эти три полосочки. Поэтому верстальщику такой файл не помешает. Ну и пятый файл это не 640, как могло показаться, а 768, который находится ближе к середине оставшегося диапазона. Итак, с файлами мы определились, но как это все относится к диапазонам адаптива? Первый файл с контентом 1280 мы показываем на всех мониторах, то есть у нас тянется фон, а контент фиксированный остается посередине. Еще раз замечу, что это распространенный вариант по умолчанию, если заказчик не хочет чего-то другого. Макет шириной 1000 у нас резинится до 1279 пикселей. Растягиваются фоны без искажения важных элементов, например, логотипы и иконки не пострадают. Другими словами, если у девайса разрешение 1000, 1001 или 1100 пикселей, или 1150 или какое-то еще в этом диапазоне, то на нем отобразится дизайн для 1000 пикселей. Такой же принцип и у остальных макетов. Они резинятся на ширину своего диапазона. Некоторые дизайнеры не делают макеты шириной 1000 и 480 пикселей. Так работы по адаптиву в два раза меньше, а значит и цена на адаптивы в два раза ниже. Кошелек заказчика тут выигрывает. Вот только сайт проигрывает, ведь диапазон увеличивается в два раза. Например, у нас есть какой-нибудь планшет шириной 750 пикселей. Ну, скажем, хороший такой планшет. Так вот, на нем отобразится версия самого маленького смартфона 320 пикселей, просто отрезиненная на 750. Представь, телефон растянули в 2,5 раза, просто взяли и растянули по ширине. А это очень похоже на макеты той самой устаревшей мобильной версии, от которой все отказались. Нет, ну конечно, бывают достаточно простые дизайны, где двух файлов хватит с головой. Но если речь про какой-то интересный проект или достаточно объемный интернет-магазин, то 4 файла в 2 раза лучше, чем 2. Еще один
очень популярный вопрос у заказчиков про современные, огромные разрешения смартфонов, которые порой аж в два раза больше, чем разрешение монитора. Ну вот, например, Samsung. 2560 пикселей по длинной стороне. Да, можно сказать, что я наклонил телефон, но ведь и в горизонтальной ориентации сайты тоже можно смотреть. Так вот, какой макет подгрузится на такой Samsung? На этот вопрос нам поможет ответить множитель плотности пикселей. Это достаточно объемная и, возможно, для заказчиков скучная и неинтересная тема, поэтому скажем так, это параметр, который показывает, во сколько раз четче и качественнее девайс отобразит картинку. Например, в Figma, программа для разработки интерфейсов, сейчас есть выбор, под какой параметр сохранять макет. 0.5, 0.75, 1 к 1, 1.5, 2, 3 или 1 к 4. Если очень грубо сказать, это и есть тот самый параметр, и у девайсов он может отличаться. Например, есть два смартфона с одинаковым физическим размером экрана, но с разным разрешением. Так вот, у девайса с большим разрешением и множителем плотности пикселей одна и та же картинка, соответственно, будет четче и качественнее. А сколько раз? Как раз и зависит от этого множителя. И вот, зная его значение, можно определить, какие макеты будут подгружаться на девайсах. Как видим, в итоге все смартфоны попали в диапазон адаптивов для смартфонов. То есть на смартфонах подгрузились макеты для смартфонов, а не для планшетов или для компов. Такая же история будет и у планшетов. Для планшетов будут грузиться макеты для планшетов. Так, давай резюмировать. Рекомендую делать адаптивы шириной 320, 480, 768 и 1000 пикселей. А еще подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Тебе не жалко, а мне приятно. Буду на связи, скоро услышимся. Пока!